Рад видеть вас на канале Девайс. Сегодня на обзоре материнская плата от компании Asus. Модель ROG Strix Z690G Gaming Wi-Fi. Очень простая материнка по конструктиву и по предлагаемым интерфейсам. Отсылка к прошлому, так сказать. Надеюсь, что вам понравится это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. Материнская плата заточена под процессоры Intel Core 12-го поколения во всех своих аспектах, будь то электропитание, охлаждение или интерфейсы. Множество реализованных в ней полезных дополнений помогут добиться максимальной производительности от используемых компонентов. Будучи флагманской моделью серии, она откроет вам следующий уровень гейминга. В системе питания процессора применяются 15 силовых модулей по схеме 14+1, каждый из которых включает в себя драйвер, нижний и верхний MOSFET-ключи. Благодаря такой интеграции компонентов достигается повышенная эффективность их работы. Применяются отборные дроссели и конденсаторы, которые способны работать дольше и при более сложных условиях, чем стандартные компоненты. Цифровая регулировка системы питания, реализованная на данной материнской плате, гарантирует предельно точную подачу электроэнергии центральному процессору. Материнские платы серии ROG всегда выделялись отличным разгонным потенциалом. Данная модель платы продолжает эту традицию, предлагая возможность ускорения комплектов памяти не только высокого, но и начального уровня, у которых заблокирована схема управления питанием. На материнской плате предусмотрен специальный механизм для обхода ограничений, накладываемых на работу модулей DDR5 схемой управления питанием. Это позволяет преодолеть установленный по умолчанию лимит в 1,1 вольта и поднять частоту и тайминги до максимально возможных значений. Высокоскоростной режим PCI-Express 4.0, поддержка RAID-массивов на базе контроллера Intel и совместимость с накопителями высокой емкости. Материнская плата предлагает сразу три слота M.2 для организации современной подсистемы хранения данных. В материнскую плату встроен беспроводной контроллер новейшего стандарта Wi-Fi 6E, который использует частотный диапазон 6 ГГц, отличается от своих предшественников повышенной скоростью, большей емкостью и эффективной работой при загруженном эфире. Встроенный контроллер стандарта 2.5G Ethernet увеличивает скорость проводного сетевого соединения по сравнению с обычной инфраструктурой. Аудиосистема ROG Supreme FX — это уникальное сочетание программных и аппаратных компонентов, призванных поднять качество звучания на новый уровень. На материнской плате она включает в себя аудиокодек ALC4080, который поддерживает воспроизведение звука с частотой дискретизации до 384 кГц. Фронтальный выход для наушников обслуживает интегрированный усилитель Savitec. Задняя панель включает в себя две кнопки для сброса прошивки BIOS, по одному видеовыходу HDMI и DisplayPort, два порта USB 2.0, 6 портов USB 3.2, два порта USB 3.2 Type-C, одну LAN-розетку, 5 портов аудио-подсистемы с одним оптическим выходом SPDIF и два разъема SMA для внешней Wi-Fi антенны. Подсвеченная акриловая накладка на кожухе интерфейсной панели создает иллюзию, будто из-под нее видна сама печатная плата. Изрезанные металлические радиаторы, зеркальная отделка деталей и кожаный логотип ROG в оригинальном облике устройства сочетаются разнообразные элементы и текстуры, дополненные красочной встроенной иллюминацией. Эта плата не только мощная и функциональная, но еще и невероятно красивая, ведь она оснащается встроенной системой подсветки аура с гибкой регулировкой. Кроме того, к ней можно подключить дополнительные светодиодные ленты и синхронизировать визуальные эффекты с другими аура-совместимыми устройствами, чтобы тем самым придать еще большую индивидуальность и яркость всему компьютеру. Многослойная конструкция печатной платы способствует улучшенному рассеиванию тепла в области системы питания, что повышает общую стабильность работы компьютера и увеличивает разгонный потенциал процессора. На элементах системы питания находится пара массивных радиаторов, которые присоединены к кожуху интерфейсной панели. Такая интеграция увеличивает общую площадь теплорассеивания.
окисливания. Для передачи тепла от силовых элементов к радиаторам используются высокоэффективные термопрокладки. Разъемы питания ProCool 2, применяемые на материнских платах Asus, гарантируют надежное подключение кабелей, пониженное электрическое сопротивление и улучшенное рассеивание тепла по сравнению со стандартными. Благодаря специальным радиаторам твердотельные накопители, установленные в слоты M2, смогут показать свою максимальную производительность без угрозы перегрева. Специальная усилительная пластина дополнительно охлаждает накопитель в слоте M2. Система интеллектуального охлаждения AI Cooling, разработанная специалистами Asus, автоматически регулирует работу подключенных к материнской плате вентиляторов в зависимости от текущей нагрузки и температуры. Инновационные защелки Q-Latch делают ненужными традиционные винты при установке накопителей в слоты M2. Вставить и вынуть устройство можно без использования инструментов. Кнопка Clear CMOS предназначена для сброса настроек BIOS до стандартных значений. Она поможет перезагрузить компьютер в том случае, если были заданы неправильные значения параметров биоса. Система светодиодных индикаторов позволяет с легкостью определить, какой именно компонент является причиной неполадок в работе компьютера. Приложение Armoury Crate представляет собой единый центр управления игровыми продуктами Asus. Именно здесь можно синхронизировать визуальные эффекты подсветки Aura между различными компонентами, технология Aura Sync, или отрегулировать скорость вращения вентиляторов, утилита Fan Expert 4. Также в приложении имеются разделы для просмотра новостей от Asus, регистрации купленных устройств и скачивания полезных материалов, руководство пользователя, драйверы приложения. AI Overclocking – это утилита для интеллектуального разгона компьютера, доступная из Windows-приложения AI Suite или непосредственно через интерфейс UEFI BIOS. Она автоматически оценивает используемый экземпляр процессора и систему охлаждения, чтобы предугадать оптимальные значения напряжения и частоты для каждой конкретной конфигурации. Данная функция может использоваться новичками для автоматического разгона, а опытными пользователями как помощь в ручной настройке компьютера. Отзывов, достойных упоминания на эту материнку, я не нашел вообще, поэтому если вы уже обладатель этой материнки, в комментарии к видео напишите свои ощущения о ней. А в описании, напоминаю, я оставил ссылки на лучшие цены этой платы. Спасибо за просмотр, буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на наш канал. До встречи в следующих обзорах, подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить самое интересное. С вами был канал Device, скоро увидимся.